кстати говоря, 3890 рублей со скидкой. Сегодня цены. Пальто женское на молнии и кнопках, что тоже немаловажно. Угу. Номер лота 86989. И сразу же скажу так, что это выгодная покупка и инвестиция в себя, мне так кажется, потому что именно эта модель прослужит нам, ну, действительно очень долго. Да, совершенно верно, потому что действительно здесь очень комфортный наполнитель, и это демисезонная модель. Я тебе хочу сказать, что вот тело будет в этой куртке дышать. Куртка, пальто, оно удлиненное, естественно, это длинная такая вот вещь, которая прикроет вас от любой непогоды, потому что демисезонье – это очень опасное время года. И давайте обратим внимание, конечно, на стежку. Посмотрите, да, какие швы, как прострочено это пальто. Ты знаешь, не зря дизайнеры вот сделали именно такую строчку. Казалось бы, да, теплая вещь, демисезонное пальто должно быть таким вот немножко свободным, никак не подчеркивать вашу фигуру, а нет. Посмотри, как это сделано изысканно и здорово. Посмотри вот здесь, да, какой ромб сделан вдоль тела, удлиняющий вашу фигуру. И, конечно же, вытягивающий. И, конечно же, посмотри, зона талии как подчеркнута. Конечно, прямые кармашки, да, прямые кармашки функциональные. И я бы хотела еще обратить внимание, посмотрите, на авторскую абсолютно, да, внутреннюю часть. Посмотрите, да, какая красота. Казалось бы, деталь, мелочь, а как приятно. Наташа, вот действительно, не то, что мелочь. Самое, наверное, основное – это душа нашего изделия. И вот ты ходишь по магазинам, да, ты видишь цены. Я тоже хожу по магазинам и вижу цены вот на определенные изделия. И всегда мне интересно сравнение цены, да, то есть посмотреть, сколько это стоит у нас и сколько это стоит в интернет-магазине. Давай посмотрим. Первое – 6293 рубля. Ну, мы действительно подобрали пальто. Подожди, это еще не все. Вот такого же качества, да, такого же стиля, такого вот же материала. Далее цена на увеличение идет. 7413 рублей, дорогие друзья. И это еще со скидкой здесь, ты понимаешь? То есть уже скидка как получается. И вот последнее, самое, наверное, хитовое сравнение, которое мы с тобой сейчас приводим. Конечно же, здесь цена еще выше. И вот сейчас посмотрим его. Появится оно у нас на экране. Да, уже почти появилось. Ну, пока наблюдаем 7413 рублей. И вот все-таки это же намного дороже, чем у нас. Да, конечно, изумительно. Вот такое пальто качественное. Я сейчас обратила внимание на подкладку, но давайте сейчас обратим внимание на расцвет. Посмотрите, цвет такой сухой розы. Вот какой он красивый. Цвет синий, такой сине-бирюзовый. Такой синей волны. Ближе к классической, да, ближе к классическому цвету. Подожди, это у нас столько цветовых решений. У нас, да, у нас 5 цветов, на самом деле. Сейчас вы вот рассматриваете этот синий цвет, глубокий, красивый. Но у нас еще есть нежно-голубой на вешалке. Сейчас вы увидите 3 цвета, которые мы демонстрируем. Вот посмотрите, нежно-голубой. Еще у нас есть, да, мне говорят, классический черный. И, конечно, такой вот, знаете, вот немножко кирпичный цвет. Тоже очень благородный. Женщины боятся ярких оттенков, но этот оттенок, он действительно, знаешь, такой благородный. Он не активный. Достойный. Он не активный, да, он не кислотный, как делают раньше. Ну и, конечно, как делали раньше, знаешь, такие прям пуховики кислотные. Вот это благородный цвет. Действительно выглядит дорого. И давайте посмотрим еще на фурнитуру. Я бы обратила на нее внимание. Во-первых, молния. Молния скрытая. То есть иногда бывает такое, что, да, что мы застегиваем молнию и поддувает. У нас есть проблемы. Продувает только нас. Только воздушный люфт образуется. Конечно, конечно. Но вот здесь посмотри. Да, как фурнитура грамотно продумана. Во-первых, молния закрыта. Во-вторых, кнопки. Посмотри, как изящно сделаны. Да? Такая фурнитура. Ну, идет П-образная, П-образная пуговица снаружи и внутри кнопочка. Кнопку действительно очень удобно застегивать. И, конечно, мы имеем капюшон. Капюшон в демисезонье просто необходим. Да, вот на таких завязочках регулируемых. Ну и, конечно же, вот я хочу сейчас, женщина, обратить внимание на цену. Разумеется, на цену нужно обратить внимание. 3890 рублей. Цена на нашу куртку. А сейчас старая цена у нас была 8000 рублей. Но это же не старая цена, это рекомендованная цена от наших производителей. Но мы делаем невозможно, и наши эксклюзивные условия позволяют делать цены намного ниже. Мы на страже высоких цен, мы всегда их бьем пополам, и вот такая цена рождается в 3890 рублей. Кстати говоря, вот, понимаешь, практичная длина, мне очень нравится, она все прикрывает, то есть как бы мы всегда хотим, стремимся, женщины, чтобы быть в тепло, да, чтобы у нас не было никаких болезней, чтобы мы не простужались. И вот эта длина как раз оптимальна. Может быть, давай произведем тоже замер, чтобы наши телезрители понимали, какую длину вот они берут, например, вот на размер. Ты совершенно права. 48-50. Вот смотри, в демисезонье как это актуально. Мало того, что это можно одеть это пальто с платьем, допустим, вы одели платье, да, и как хочется, чтобы ножки так, наши откуда были мы меряем? В тепле. Вот это тоже вот, важно понимать. Ты знаешь, ну я вот обычно меряю от капюшона, от, да. От капюшона, смотрите, итак.
Длина пальто 102 сантиметра. Вот представьте да. себе, да? 102 сантиметра. То есть мы практически, да, настоящее демисезонное пальто. Мы можем облегчить это пальто, потому что у нас капюшончик есть. Мы можем его отстегнуть, и оно будет казаться более легким таким. Демисезонным. Демисезонное пальто. И, друзья, напоминаю, что у нас остается последний... Вот я сейчас буду вам говорить. Последний час одежды остается, друзья. Поэтому сейчас, в данный момент, звоните по бесплатному номеру телефона. Называйте номер лота 86989 цвета. Я хочу вас еще раз познакомить. Цветами. Цвет у нас есть. Вот этот данный момент у нас как раз идет цвет мятный. Очень красивый, нежный цвет. Далее идет у нас цвет терракот. Потом идет цвет темно-синий. Еще есть цвет индиго и розовый. Поэтому 5 цветовых решений. Я думаю, тут любая модница, мне кажется, будет очень счастлива, что у нее есть право выбора. Отличная, угу. дорогая фурнитура. И даже я заметила еще и съемный капюшон. Съемный капюшон. Мы о нем уже, конечно, поговорили. Это очень удобно. Но я хочу сказать, что, конечно, удобно ухаживать за этим пальто. Вы видите, стежка, никогда внутренняя часть и подкладка не собьются, потому что мы просто стираем в стиральной машине при температуре где-то 40 градусов, вешаем, высыхает, и ничего с нашим пальто не происходит. То есть настолько удобно и комфортно в уходе. Ну и, конечно, демисезонье – это дожди. Мы никогда не промокнем. Посмотри, да, как удобно и комфортно да, будет. Ветер, ветер – не проблема. Дождь – не проблема. Вот сейчас нам демонстрирует кармашек функциональный, прямой. Проблема. Ну, ты знаешь, летом это можно у повесить. У нас бывает такое лето, что и наша демисезонная куртка и на лето пригодится. Совершенно верно. Допустим, на даче пойдет какой-то ураган, придет к нам, и, конечно, курточку мы эту накинем. Ну, мне нравится, что она по стилю, да, такая стиль casual, да, но как раз и официальный стиль. Здесь можно у нас сочетать, допустим, с брюками. Почему нет? С брюками, с платьем, с юбкой, с длинной юбкой макси, со всем чем угодно.